уже отвечал? Нет, еще нет. Ребята, кто-нибудь знает карамельку? Ответьте. Что? Договорись с ним о встрече. Скажи, мол, хочу увидеться. И назначим у свидания в мотеле под названием «Одинокая звезда» в Тейбл Роке. В номере 17. Тебе что, так понравилось в тюрьме? А нам дали 18-й. Ты видел того придурка? Здоровяка? У этого гада 17-й номер. Брось, так нельзя. Давай, он же такая сволочь! Он меня чуть не расплющил в дверях. Да, я это видел. Как? Ты все это видел? И ты упустишь эту просто сказочную возможность совершить акт праведного возмездия? Ты спятил? Давай! Ну же! Ладно, утихни. Такая возможность! Ржавый гвоздь, ответь. Карамелька? Отлично. Я думал, ты потерялась. Знаешь, это судьба, очевидно. Я рада, что ты не забыл меня. Слушай, я сделаю остановку на ночь. Ты не хотел бы встретиться попозже? Я думал, у тебя свидание с паршивой овцой. Ну да, мы его назначили. Но я его кину, чтобы увидеть тебя. Я тебя обожаю. Это просто улет. Уймись. А вдруг я совсем не тот, кто тебе нужен? Ну уже. Ведь ты же мужчина с душой и сердцем, только это и требуется. Убойно. Мотель «Одинокая звезда». Свободные номера. Слушай, я остановлюсь в мотеле «Одинокая звезда». Хочешь, подъезжай. Розовое шампанское. Скажи, что любишь розовое шампанское. И прихвати-ка розового шампанского. Я так его люблю. Он сделает. Какой номер? Здорово. 17-й. Полночь, слышал, милый? Договорились. Ну, я жду. Это круто. Точно, точно! Это классно! Этот тип редкая сволочь. Чуть меня не расплющил в дверях.